Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Unexpected Quest. Мы с вами остановились на том, что все-таки открыли портал, и теперь в следующей главе нам предстоит пытаться соединить то, что было разбито тысячелетия назад. Поехали. Мы в этой духовке уже 2 недели. Новости появились? Духовки. Окей. Ага, и даже 2. Плохая и хорошая. Начну я с плохой. Камень душ расколот на 3 части. Каждый осколок хорошо охраняется, так что добыть их будет непросто. Окей, зачем нам эти осколки? Но есть и хорошая весть. Собрать воедино камень душ можно на ковальне титанов. И один из осколков рядом с ней. Отлично, не придется далеко бежать. И с остальными справимся. Бывали ситуации похуже. Бывали, факт. Так, смотрим. Так, добраться до наковальни на северо-восточном острове. Окей. Найдите, соберите все осколки. Так, давайте сразу оценивать положение наше. Я так понимаю, что карта здесь огромезная, да? Так, вот один осколок. Здесь у нас трубы. А, мы мостики здесь должны отстроить. Я, правда, боюсь, что они разваливаться будут. То есть надо будет быстро отстраивать, быстро бежать. Уже видите, лава уходит, лава подходит. Хреновая ситуация. Так, здесь у нас что? Здесь кузница, кстати. Надо бы туда сразу попасть. Мать драконов? Что? Нужен клерик для выполнения задания. То есть мы можем освободить дракона. И тем самым открыть проход сюда. Здесь мега предмет лежит, кстати. Нужен магия. 2 мага 6 и лучники 6. Так, рычаги с вентилями. Это, наверное, вентили лавы, я так предполагаю. Короче, здесь будет куча борьбы со стихиями, со всем и сразу. Ладно, давайте смотреть по ближайшим. Главная у нас цель — это казарма и кузница. Кузница, у нас выход отсюда. Сюда, подождите. Я запутался. Тут руна одна, тут руна такая же, тут руна такая же. Как это работает? То есть эти все выходы работают в одну сторону, да? Так, здесь ядовитый, здесь водяной. Вот. Вот здесь мы должны зайти. Но здесь... Собака. Это что за херня вообще? Летучая глазомышь. Найс. Само название чего уже стоит. И тут 7-е стоят уровни, вы серьезно? Ой, короче, давайте не мучить жопу, давайте чисто уже по факту идти. Так, по факту, что у нас есть? Рынок, ратуша... Лесопилка, место, видимо, под мельницу. Собирайте древесину. Так, я там запасливый же был, да? Мы что-то сохранили. Мельницы и лесопилки немедленно генерируют ресурсы. Ну, это, в принципе, можем изюзать. Только нам сначала мельницу нужно соорудить. А это уже другой вопрос. У нас вообще никакого запаса ресурсов нет. Я так понял, да? Так, неси еду. Теперь можем пробиться здесь. У нас алхимик хоть под боком, вот что хорошо. Это действительно хорошо. Так, руши, ломай, ресурс собирай. Не хватает кропалик, сейчас он принесет, и этого должно хватить. Тут развитие, я понимаю, достаточно долгим будет. Хотим мы этого или нет? Так, заберем домик, наверное, сразу рабочих. Сейчас посмотрим, какой у нас объем работы вообще. Здесь куча ресурсов. Это что, яд? По всей видимости, да. Вот, здесь не хватает куска трубы для того, чтобы оно... Хотя это должна быть просто вода, по идее. Это же синяя труба. Повернуть вентиль? Интересно, что произойдет? Но сюда глубоко мы все равно не уйдем. Глубоко нас никто не пустит, потому что там есть этот... Как он называется? Стоп, оно исчезло. Что за магия?
Ладно, не суть. Здесь просто еще два места постройки есть. Совсем рядышком, по идее. Так, ломайте дальше. Будут сложности, надо признать сразу. Будут сложности. Так, на дом надо очень много ресурса, поэтому не торопимся. Соберите пока все, что видите. Клерика пока нет, погодим. Так, материал, ресурс, ресурс. Это все забирайте. Мне кажется, все-таки придется выстраивать линию более-менее здравую. Иначе будет жепка. А там что? Там пустырь. Вот это тоже заберите. Через зеленый. Я так понимаю, мы выйдем здесь. Хотя здесь завал. И здесь завал. Куда еще ведет зеленый проход? Никуда. Я вас понял. Так, сюда мы можем зайти клериков забрать. Дальше мы не пройдем. Короче, пока двигаемся без боевой ситуации. А там будем уже предпринимать решение. Так, отстройте этот маленький домик. Собирать не забываем. Сейчас у нас будет 4 рабочих, чтобы будет чуть веселее. Но совсем чуть-чуть. Так, здесь еще один сундук есть. Опять же, огненный, огненный, огненный. Яд. И 3 воды. Я не совсем понимаю. Ну здесь, ладно, лут забрать. Здесь мы развалы уберем и сможем выйти, видимо, сюда. Лучник 4 уровня. У нас сейчас все... У нас все сейчас 4 уровня, по идее. Нам только казарму нужно будет отстроить. Так, забрали? Забрали. Так, здесь больше ничего. Разберите вот это. Я не могу понять, что это за дымка. И как ее избежать. Вот тут что-то пыхтит. Мне кажется, будут небольшие промежутки времени, когда мы сможем здесь все забирать. А в остальные мы будем там травиться. Но это не точно. Дракоша, скоро тебя освобожу, погоди. Клерику пока нет. Так, здесь можно отстроить палатку, забрать ресурс. Давайте просто заберем ресурс, пока без палатки. Клерик нам даст сделать что? Блях, они еще и в разных точках находятся. А, ладно, забирайте. Так, этот есть, бабки у нас появились. Бабки появились, давайте, двух рабочих. Двух рабочих забирайте здесь. Большие материалы сейчас сделаем. Это можем сразу запустить, это можем сразу запустить. Большие материалы, родись. Отлично, теперь мы можем смело построить казарму. Так, алхимозник. Кстати, я не видел здесь растений вообще. А, вот есть. В чем проблема? Нам нужно в любом случае максимально быстро добраться до кузницы. Но чтобы это сделать, нужно выйти вот здесь, я так понимаю. Хотя, опять же, как мы выйдем, если там завал? Могу ли я назначить завал сейчас? Могу, все, понял. Тогда он может зайти здесь, раздолбать вот там внутри завал и пройти сюда. То есть нам нужен в первую очередь лучник, чтобы он затащил вот ту всю каку. Так, вы здесь пока выгребайте все, что видите. Здесь мы куда дойдем? Здесь мы дойдем до квеста, еще до лута. Мост опускается механизмом каким? Не знаю, каким механизмом он опускается, но точно может опуститься. Бляха, здесь еще и отравленная арбалиста. Арбалист. Так, хорошо. Туда парни побежали, давайте здесь забирайте опять-таки. Нужно понять промежутки, в которые вот эта хрень брыщет ядом, а в которые не брыщет. Сейчас мы, может, успеем хапануть, конечно. Так, раз, два, три. Еды у нас пока маловато, не тратим. Так, здесь мы пробили, клерика еще поставьте, пожалуйста. Скорее всего, будет чуточку сложнее, чем я думал, но... Вроде пока не критично. Так, заспаунься. Отстроил, так, клерики есть. Ага, вы туда решили в палатку нести, окей. Поговорите сразу с дедом. Ту-ту-ту. Поговорите сразу с дедом, желательно. Не хватает все равно рабочих. На таких больших картах реально вот 10 рабочих, это прям песня. И то иногда даже побольше надо подкинуть. Так, вы все здесь собрали, да? Еду забрали. Так, что надо? Расчистите путь до заброшенной кузницы рун на северо-западном пути. А в чем расчистка? Так, здесь у нас отдельно лежащий осколок. А мы сюда случаем не воду должны пустить, нет?
Так, кузница рун, вот она. То есть мы должны. А? Вот этот весь ад пройти, серьезно? Пройти весь ад. Для атаки нужны маги. Маги прожарят, окей. 7-го уровня маг нужен. Ок. Что я могу сказать? Я не вижу, где заход в эту часть. Вот это что ли? Да нет. Забираем осколок. По идее, вот это единственный вариант. Но я не вижу рычага. Ок. Так, забирайте здесь лут. Что, на вас нагрелся? Двое нагрелись моментально. А, вы ходите через этот забор. Значит, скорее всего, вот здесь и можно будет пройти. Окей, ладно, не имеет значения. Вас мы пока точно не сложим никак. Первый враг, которого мы сможем одолеть, это вот это летючее говно. Где оно? Летючее говно, которому нужен лучник. У нас как раз 300 есть. У нас лучник не открыт, подождите. Где-то я видел, где-то я видел, где-то я видел. Так, здесь у нас домик. Домик. Бляха, где-то совсем рядом было. Ща-ща-ща-ща-ща. Вот он. Так, чтобы его отстроить, нам нужно что? Выбить вот здесь завал. А для этого нужно выбить здесь завал. Мне кажется, полдня эти штуки работают, полдня эти штуки не работают. То есть наша задача своевременно все успеть сделать. Давай, 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 давай. Вот этот завал надо еще забрать и попробовать починить трубу. Вода идет сюда и здесь останавливается. Возможно, мы сможем там все потушить просто за раз. Так, отстрой лучников. Давайте, бездельники, у вас работы завались. Так, и почините эту проклятую трубу. Я сомневаюсь, что нам это здесь поможет, но... пусть будет. Так, ключ забирайте. Это забирайте, бабки, бабки. Сейчас трубу отгрохают, можем еще и вентиль крутануть. Так, труба готова. Труба готова, лучники готовы. Крути. Это мост опускает. Ёперный театр, как хорошо. Так, замечательно. Здесь тогда мы что делаем? Мы запускаем... А ни хера мы не запускаем, нам дом нужен. Так, идите сюда ресурс собирать. А, халявный домик у нас где-то здесь был. Халявный домик, но нам лучше отстроить. Лучше бы нам все-таки отстроить. Ведьмин дом здесь еще стоит. Ведьма, мы с тобой полялякаем, но чуть позже. Здесь, я так понимаю, земли горят. Видите, они красные. И, скорее всего, мы просто так по ним пройти не сможем. Есть у меня такое ощущение. Легкое, неприятное. Так, спаун. Поехали, что у нас там еще осталось? Еще две такие финтифлюхи есть. И еще есть мельник. На долгое время запускай. Запускай. Сейчас быстренько насобираем. Это чисто ускоряет немножко нам процесс. Не то чтобы нам это прям супер помогает. Что-то задание выполнено. А, мы же открыли проход, по идее, к этому. Кузница. Так, дорогуша. Где он делся? А, он сюда приперся. Так, забираем. Бабки, это, конечно, супер good and very nice. Магический щит, мечники 5 уровня. Опять нам дают разделение предметов. Я надеялся на объединение предметов. Но да ладно. Так, это забирайте. Меня интересуют места под застройку теперь. Наш вот этот газик ушел, мы здесь заберем развалы. Отлично. Так, забирайте вот эту хрень. И будем сейчас строить здесь, наверное, большой дом, если нам хватит ресурса. Потому что нам нужны и рабочие, и бойцы. Я дебил, да? Я все это время разбирал без колец. Прости меня, Господь. Я ж думаю, что-то не так. Где мой халявный ресурс? Не ощущаю. Сколько надо? В этой главе вы можете строить... Отлично, то есть я не могу строить большие дома. Супер гуд. Что я могу сказать? Короче, мы просрали тонну ресурса сейчас, не используя кольца. Но это совсем другая история. Вот, пожалуйста. Вот именно этот ресурс мы и просрали. Так, забирайте, там еще грибочек, кстати, был. Заберите.
А я пока что запущу лучника. Так, лучник, родись. Что нам теперь нужно? Нам теперь нужно вот здесь расчистить завал. И, в принципе, мы попадем к данной летучей мрази. Здесь еще и два места под застройку. И домик. Сейчас я хочу увидеть, точно ли это так работает, как я понял. Так, вот побежал спортсмен. Давай, я хочу увидеть. По идее, он должен зайти. Да, все правильно работает, только главное, чтобы ты теперь убежать успел. Все, он убежал. Красавчик. Так, теперь мы что делаем? Теперь мы забираем пока этот меч. Берем лук 4. Хотя у нас вот это сойдет за лук 4. Берем зелье. Так, лучник, are you ready? Сейчас будет веселье, если шо. По идее, ты должен затащить. Yes. Давай, с богом, если что, мы тебя отхилим. Ну, с горем пополам, то да. Чисто его скорость атаки зарешала. Так, здесь все собирайте, домик отстраиваем. Мы можем теперь открыть сундуки, открыть завал сюда. Супер. И теперь мы сможем быстро добраться до кузницы. Ну, условно быстро. Так, работка здесь есть, приступайте. Здесь тоже есть работка, сколько у нас домики дали. Давайте еще одного работягу нам. Так, не влез предмет, понимаю. Сейчас, секунду, оп. Еще один работяга, это, конечно, хорошо. Но дом вы решили не достать. А, вы решили лут сначала весь собрать. Короче, мы здесь надолго. Это вот прям факт. Здесь мы до чего можем долезть? Мы отстраиваем кузницу, сверху еще лут. Море лута. Вот сюда надо только аккуратно выходить. А, здесь нужен титановый топор. Здесь нужны два мечника 7 уровня. Это будет сложно, но в принципе возможно. Так, цветок забирайте, ресурс забирайте. Теперь вы можете пройти сюда, забрать, отстроить здесь. Здесь еще один ключ есть. Давайте только ящики где-то у нас откроем. А это вы туда таскаете, палатку сделайте еще. И вот этот ящик откройте. Так, что у нас по ресурсам? Мы нашли источник всего, да? Мы нашли ромашку, но пока только одну, поэтому мы немного их можем собирать. Но мы постараемся. Так, сундучок открыт, палатку сейчас отстроят. Это все забираем. Домик еще один появился. Дайте мне еще двоих товарищей. Замечательно. Запускаем крафт еды. Сбор добра. Так, цветок забрал. Это куда ты побежал? А, ну все правильно. В целом все правильно. Здесь, заметьте, кстати, земля больше не огненная. Но здесь нужны маги. А магию, чтобы получить, надо очень сильно постараться. В любом случае, цель кузница, так что идем к ней. Идем к ней, можете здесь завал еще разобрать. Если сильно хотите. Так, ну ресурсные мы здесь точно ставить не будем. Поэтому я думаю, мы здесь еще одну поставим. Домик маленький. Будем по чуть-чуть происходить своего рода захват. Бумага очень веткая, может рассыпаться от любого прикосновения, пока не трогать не стоит. Свиток лавового моря. Звучит сильно, но что там по факту, я бог его знает. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас большой завал, пока не суемся. Так, забирайте бабло, поговорите с товарищем, заберите вот тут все, у него еще одуванчик растет. Дин-дон. Так, там вы вскрыли, да? Так, что ты хочешь? Найдите все свитки лавового моря, о которых упоминал. Все это сколько? Это 4. Беда в том, что они довольно херово выглядят, эти свитки. Они сливаются, в общем, с фоном, так что... Мы, конечно, попробуем, но мы ничего не гарантируем. Так, лерики есть, этот есть. Кузницу грохаем. А у нас теперь выбор, либо дом, либо кузница, да? А дерево ж мы запустили? Вроде бы да. Вроде бы да, 120-секундная лесопилка, кстати, очень надо. Забирайте. Алхимозник, ебой, мы можем скрафтить первое зелье. Это хорошая новость. Достаточно хорошая.
Так, этот собрали, этот не влез, я прекрасно понимаю. Немедленно генерирует материал. Этот забирай все равно. Не, нельзя запустить повторно. Так, 360 есть. Давайте сначала кузницу отгрохаем уже, чтоб не думать о ней так много. Так, здесь мы все зачистили, здесь зачистили. Теперь у нас открыт проход здесь. Значит, мы можем забрать вот этот свиток. Перейти сюда. Здесь, к сожалению, мы не все заберем. Хотя хотелось бы, да? Здесь еще отстройте. Так, кузница готова. Что у нас в первую очередь? Сейчас мы посмотрим по проходам. Но я думаю, начинаем, как всегда, топор, кирка. Так, давай, поехал. Здесь мостик делают. Проход сюда открыт, я так понимаю. Да, отстройте здесь. Не хватает дерева. Ожидаемый поворот событий. Боже, они по этим зданиям бегают, что бешеные. Так, побежал, 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 побежал. Че происходит вообще? Так, здесь нам нужен стальная кирка как раз, да. Так, забирайте, забирайте. Запускаем дерево. Топор закончился, кирку запускаем. Здесь мы ящик открыли. Так, щит оставьте пока. Дружочек, держи отхил. Бо тебе что-то поплохело. Так, вот это заберете. Сейчас стальная кирка, мы здесь половину проходов сможем открыть. В том числе, кстати, сюда. Но здесь паукан. Здесь паукан. Так, здесь вы все забрали, да? Вымостку только не сделали, чтобы забрать еще деньги. Ну, это, в принципе, мелочь. Не столь важно. Так, готов. Вот тут я не знаю, что мы здесь откроем. Мы здесь откроем еще домик, ромаху. И сможем проверить, как эта херня работает, да? Ну, давайте грейдить мечника, чё. Мечник грейд, мечник создать. Ты у нас пока первый, но это легко фиксится. У нас теперь есть меч пятый. Меч пятый, ты у нас со старту пятый. И мы сейчас мечом докинем тебе шестой. И он как раз шестой, отлично. Что у нас здесь все дварфы собрались в кучку. Так, здесь разобрали, здесь разобрали. Будем ли тратить сюда? Думаю, не стоит. Так, тын-дыр-дын-тын-тын-тын. Бляха, 160 еды надо, чтобы пробиться туда, вы чё? Большая проблема с ресурсом, которая меня не устраивает. Очень сильно не устраивает. Нам надо бы еще поставить мельницы. Но мы-то с вами понимаем, что они должны быть возле места добычи. А таковых у нас не так уж и много. Условно здесь можно мельницу впердохать, но, бляха, за ней тпшиться постоянно придется. Может, здесь сгруппируем? Если я тебя развалю, что я получу? 30-100, да? 30-100, 30-100. Мы ничего не потеряем? Потеряем при этом, аккуратно. Надо сначала тогда отстроить здесь еще один домик. Это 60 еды, боже, у нас нет 60 еды, Карл. О чем мы вообще говорим? Сейчас небольшой тупеж с ресурсом, но ничего страшного. Так, собирайте цветы. Все, что вы видели раньше, обязательно собирайте. Грибочек особенно. Так, и у нас на базе еще один. Без цветочков будет совсем плохо. Так, отстраивайте здесь домик, чтобы я его мог там снести. Так, хорошо, мы, по идее, сейчас завалы все можем сносить, что очень удобно. Но нельзя, пока что нельзя. Так, этот вы не снесли, потому что еды нет. Еда, конечно же, по чуть-чуть пытается спавниться. У нас больше ничего нет, да? У нас остался только немедленный лесопилыч. Забирайте лесопилыч. Дом построили? Построили. Уничтожайте. Отстройте здесь мельницу. И здесь... Давайте еще одну мельницу. По дереву, я думаю, что если у нас будет достаточно еды, мы дерево из завалов достанем. И будет вообще топчик. Наверное. Главное, что у нас все бусты теперь будут яростно работать. Да, не всегда мы здесь можем забрать ресурс, но...
Лучше, чем нихера. Так, забирайте все дерево, мы профукали. И теперь можем запускаться в... Вот, отравиться начали. Тихо. Разбей, но пока никуда не лезь. Ничего с этим ядом мы, видимо, сделать не сможем. К сожалению. Просто факт. Есть яд, и ничего с ним не поделать. Так, окей, пусть пока работает. 190. Нам нужно еще чутка подбить. Давайте, 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 давайте. Вот это, кстати, вы и так сможете забрать. 130, 160. Давайте еще одну тыковку принесите. Найс. Выбивайте к чертям. И мы сюда запускаем нашего кракена. Чтобы он их всех дистрактил. Так, есть. Ресурс появился. Кракен вперед. Если что, я тебя подхилю, щиты есть, не сикай. На всяк пожарный, просто перестраховались. Так, это все уносите. Домик мы сюда пока не впилим, но очень надо бы. Так, яд еще на месте. Забирайте, пока что есть. Туп-ту-дум. Дигидон. Так, мы нашли только два свитка, кстати. Надо не забывать. Так, 4 собирайте. Этот собирайте, ромаху собирайте. Завал не трогаем. Здесь заберите 1, 2, 3. Еще гриб, вот это все забирайте. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нам нужны еще дома. Еще в большем количестве. Так, это все тоже выметайте. Давайте, пока газа нет. Можем здесь быстренько все расконопатить. Вот сюда б я уже, наверное, домик поставил, действительно. Давайте, давайте, быстрее, 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 быстрее. Небольшая быстрая запасливость по еде. Так, один на стройку, остальные за едой. Давай, 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 давай. Что-то они все равно слишком далеко бегают. Так, нормально, насобирали, жить будем. Давай домик отстраивайте, Кай. Хорош. Так, с этим разобрались, отстроив домик. А, стоп, 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 стоп. Мы же здесь хотели тесты провести, да? Отстройте здесь еще один домик. Заберите ромаху. Попробуем сначала пройти сюда. А зачем здесь снежок? Они нам скорее пригодятся для тушения костров дальше, но... Это чуть-чуть не то. Так, ладно, не имеет значения. Отстроили, ромаху забрали. Не хватает дерева, вы серьезно? Вы сейчас серьезненько, да? Так, заберите еще один спаун. Потом заберите здесь. Газ пошел, тикать, 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 тикать. Нормально. Главное, чтобы успели. Так, еды куча. Мы можем здесь завал развалить, получить еще немножко дерева. Но нам это роли не сыграет. Клерика у нас еще нет, кстати, да. Кстати, да. Давайте клерика, еще одного рабочего. Клерик, попробуй. Не стоит трогать алтарь, если не знаешь, для чего он нужен. Для освобождения нужен. Только клерик почему-то не запускается на алтарь. Видимо, нужно квестгивера найти какого-то. Ладно, то, что с алтарем связано, пока не трогаем. Так, а стройте здесь каку. Сейчас попытаемся здесь пойти. Это получается мы зигзагами должны. А, слушайте. Тут уже нужен стальной молот. То есть здесь обычного хватает. На 4 деления, а дальше сталь. Я вас понял. Так, пробитие есть. Так, заберите здесь еще. То есть единственное, что мы сможем сейчас сделать, это пройти вот сюда. Не дальше. Потому что мне просто жалко, уже будет ресурс. Так, снежок слямзили, отлично. Забирай, забирай, забирай. Кристалл забирай, гриб забирай. Еще одно место спауна грибаксы. Что такое? А, температура поднялась. И вы здесь теперь не можете нормально работать. Отлично. То есть у нас есть две изменяемые локации, по сути. Что хреново. Что, по идее, очень хреново. Ну ладно. Так, забирайте еду.
Забирайте грибы, ромаху. Здесь вы не дозабрали. А, мы здесь не пробили даже. Вон там свиток, кстати. Все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть выносим. Так, разваливать пошел. Давай, 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 красавчик. Забирайте вот это все. Я понимаю, что оно там уже никуда не лезет. Но все равно забирайте. Так, что мы не донесли? Мельница регенит. Ох, сейчас у нас еды будет. Сейчас надо успеть быстренько. Там все собрали, все собрали. Поехали. Ох, сейчас нам еды надолго хватит. 600 единиц просто, здрасте. Забирай, правда у нас дерева столько нет. Но это уже совсем другая история. Че, орем? Все нормально. Так, натаскали еще щиты. Это, конечно, хорошо. Но нам не то, чтобы сильно горит. Причем еще и большой щит дали. Суровые ребятки, слушайте, очень суровые. Что по зельям? Мы можем себе позволить что-то, да? Еще 3 зелья мы точно можем себе позволить. Это хорошо. Это мы будем хилить наших товарищей. Так, забирайте жрачку. Так, просаживаемся мы теперь немножко по древесине. Блях, ты можешь быстрее собирать, да умрешь там сейчас, прям на месте. Так, давайте я вам сейчас отхил, да? И быстренько заберите вот эти. Я понимаю, вы справитесь, все нормально. Нужно просто поднять и убежать. Все. Красавчик. Так, с этим разобрались. Бойцы, 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 бойцы. Сюда нам соваться пока нет смысла. Мы пробили. Да, здесь мы пробили, здесь не отстроили. Сейчас заберем здесь 2. Сюда мы к магам пока не пробьемся. То есть все, что связано с магами, мы пока дергаться не можем. Блях, ну это реально надолго, слушайте. Это реально, мать его, надолго. Так, хорошо, там заберем. Там заберем, здесь у нас что? Переход сюда, здесь нужен мечник и лучник. Они у нас имеются. Правда, здесь стоит еще огромная арбалиста. Давайте, наверное, скомбинируем с щитами. Я думаю, тогда у нас шансы повысятся моментально. Так, это пока забираем. Мощный щит. Вместо этого вот так. И главное одновременно отправить, и по идее они справятся. Бомба у него есть. Все у него есть. Ну поехали с богом, чё. Только я не знаю, что лучше, башню сначала, наверное. Что-что? Разберитесь с охраной. А, понял. Так, защита. А почему? А что оно еще числит под охраной? Я чуть не въехал. Здесь газики выкатываются. Во, охраны нет, здрасте. Окей. Ему нужно было просто перезапуститься. Так, замечательно. С этим мы разобрались. Ребятки, вы теперь можете здесь спокойно лутаться. С этим мы разобрались. Здесь сразу 2 цветка растут. Еще один свиток, кстати. Кстати, ну здесь уже яд, по-моему, работает, да? Здесь можно трубу пофиксить. Но чтобы ее пофиксить... Я запутался в проходах. А, нужно здесь разбить, пройти сюда. Выйти здесь, разбить титан. И починить трубу. А все ради чего? Все ради немножко лута и 2 ящиков, по идее. Ну такое, я не знаю. Не звучит слишком привлекательно. Так, забирайте, завал разбираем. Сейчас сюда мечника повторно направим. Там кусок какой-то вообще пушки. Ч-ч-ч-ч-ч. Беги, беги. Так, вы молодцы, к вам претензий нет. Соберите еще ресурс только. Ох, сейчас буст еще будет, по идее. Бешеный просто буст. Бляха, там опять газ запустился, да? Твою мать. Ежнем хилочку. Хай полегшает, молясь. Ой, блях, они опять пошли за грибами, за всем этим. О, неприятная ситуация. Хильтесь еще. Так, крафт, крафт, не стесняйся. Красавчик. И все, закончились у нас ромашки. Обидно. Ромашка у нас была где-то... Где она была, боже?
А, ромашка здесь, да. Точно. Точно, точно, точно. Здесь есть еще какой-то тюльпан. Но он нам, в принципе, не нужен. Так понимаю, это баф вспомогательное зелье. Так, окей, мечник, фас. Идите пока разбивайте завал. Так, мечник на отхиле, но он сейчас зайдет и его травить начнет, да? Да, причем нормально так травить. Текай оттуда, дурашка. Так, теперь нам нужно, чтобы пацаны дернули рычаг. Пофиксили эту трубу. Так, нормально. Проход, значит, открыли. Давай, 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 давай. Ты выживешь. Так, здесь теперь газа нет. Хорошо. Хоть какие-то хорошие новости. Чтобы вверх пробиться, нам нужен титан. И там как раз последняя труба. Сколько у нас денег? 1500. А там, по-моему, косарь стоит следующий, да? Так, сейчас пока есть возможность. Быстренько слямзим все. Так, здесь тоже соберите. Ромашек нет. Так, где у нас ромашка? Одна у нас здесь была. Я помню, еще где-то была. Здесь была дуван. Вот еще ромашка. Так, мы сундуки, кстати, что-то перестали открывать. И здесь мы открыли проход. Вот сюда. Этот завал опять нужна титановая кирка, я понял. Так, кучу народу сюда сгрузили. Выбейте еще вот здесь, заберите ключ. О май. Одно бабло, нету этих активок. Я вас понял. Все равно забирайте. Вон там еще дерево завалялось. Ёпрста, я ж кольца снял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально, не палимся. Успел? Успел. Так, забирайте все вкусности. Да, мы просаживаемся по древесине, это факт. Но при этом, сколько у нас еды? Мы можем ее выторговать в случае чего. Если прям резко понадобится. Так, где еще сундук был? Так, этот мы забрали. Вот здесь еще сундук. Давайте сундук, это добро забирайте. Тюльпан хрен с ним тоже забирайте. Мне интересно, кто нам должен дать задание на дракона. На освобождение. Так, с магом мы здесь не пройдем, дальше мы здесь не пройдем. То есть вот, чисто лутецкий собрать прибежали. И не более чем. А, еще ромаху, если сможете упереть, будет вообще супер. Но мне кажется, они не успеют. Так, хапайте здесь. Забрали, забрали, никто не агрится. Ромаху даже стырил. Красавчик. Мое уважение. Так, алхимик. Продолжай работать усердно. Так, ускоряем. Давай, 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 давай. Так, тут у нас осталась мельница немедленно. Ага, это тоже пригодится, но чуть позже. Так, зелька у нас одна есть. У нас куча щитов слабых. Очень много щитов. Так, это забирай, сейчас юзнем, газ уйдет. Ты больше не можешь, да? Опять ромашки не хватает. Так, забирайте, забирайте пока все, что лежит на поверхности. Все хватайте. Вот еще ромашка была, точно. Снежок регенится. Так. Это хороший знак. Это пока хороший знак. Бляха, тут температура сейчас поднимется. Матерь вашу, забирайте, Кай. Чего его шкварит именно там, где он пробегает по сетке. Окей. Газ, может это? Нахер? Так, музыка поменялась. Газ ушел. Ага. Так, забирайте вот это дело, вот это дело, вот это дело. Все обязательно забираем. Так, здесь тоже зачистите. Сейчас будет масс респаун. Давайте, давайте, ленивые жопы. Масс респаун, поехали. 1700 еды. Замечательно, мне нравится. Так, здесь еще бабки забыли. А, теперь видите, тут опять шкварит. То есть у нас три локации, которые посезонно работают. Это, конечно, странно, но сносно. Мы можем, в принципе, сюда запустить, все равно это все собрать. А этот рычаг нам что? А-а-а, вот еще где проход есть. И тут тоже жопа трубам. И чтобы оно, чтобы что. Здесь есть два вентиля, я хрен знаю, к чему они относятся, потому что здесь слишком много переключений разных. Ага, здесь можно остудить вот эту часть.
Кстати, подождите, а почему из огненной трубы идет газ? Здесь что-то не так, да? Угу, угу. Там паукан-бомба. Здесь поворотный механизм. Вот, собственно, наша конечная цель. Короче, мы настрадаемся еще, я вас уверяю. Мы настрадаемся, дай бог. Собираем пока ресурс, аккумулируем, сейчас будем его пускать куда-нибудь в дело. Так, вот это соберите, раз уже отспавнилось. Хорошо, ребятки, мы пока что с вами сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.